поверить, я не могу, это мой сын, я не могу, я не могу. Там буквально, ну как это у всех бывает, буквально общаешься, и все, и вот этот раз, и человек уже не стал. И все, адекватный взрослый мужчина, сколько там, 42-40 было. Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним. При задержании данный гражданин оказал сопротивление. Я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие. При задержании я не дал данному гражданину попытки воспользоваться данным оружием, обезвредил его и дожидался прибытия помощи.